Итак, у нас сегодня 2 января, и мы все еще в поисках рыбы. Прошлись, делали 5-6 лунок, сейчас вообще рыба не бьет. Решили поехать чуть выше, там за поворотом как раз течение поменьше, слабше. Возможно, там попадется хоть что-нибудь. Местами, если по центру ловить где-нибудь, то где-то 45-50 сантиметров. Ближе, ну чем ближе к краю, тем, естественно, толще лёд. А так в целом мы ехали. Такой, блин, ветрище был, ураган. Сейчас есть ветер, но это мелочь. Может быть, ветер. В целом погода теплая, градусов, не знаю, может 15-17. Одето достаточно тепло. Ноги ничего не мерзнут. Поставить день, найти пункт, нет? Поставить палатку, подпить чехол, хорошенько. Ходим, бродим, найти не можем, просто какой-нибудь подходящий. Большая, ну, в тесноте, да не в обиде, да? Это нам Эдуард палаточку дал. Вот нам горелочку он нам дал. Греемся, сидим. Эдуард, спасибо большое. Ну, перед уходом-то хотя парочку еще нужно поймать, да? Вот. Кто как отмечает Новый год. Покупает, покупает. А мы вот так вот сидим, отдыхаем. Нет? Ждем. Ладно, будем ждать. Сейчас чайку вон хлебанем. Побросать дела. С молочком, да? Отключиться на минуту. Может, с конфетками, да, что-нибудь? В темноте нам убить сейчас. Ладненько, всем до свидания. Что-то поймаем сейчас. Итак, всем доброго утра. Сегодня 2 января. Вот мы. Трофей наш сегодняшний. Сезон мы открыли. Эдуарду большое спасибо за эту палатку. Если бы не он, конечно, было бы, конечно, прохладно. Ну такой нормальный, да? Где-то да. Около 300. Замечательно просто. И погодка сегодня радует. Не прям холодно. Ну что ж, будем пробовать дальше. Вот тут у нас две лумочки. А на что мы? Покажем? Просижу.